Презентажка на составление таких вот bucket lists. Значит, первое, начинаем с вопросиков, задаем, можем обсудить с учеником также фразу, почему здесь вообще, что здесь делает слово ведро, да, спросить, знают ли они, рассказать про фразочку kick the bucket, что означает, да, умереть, и всякие разные фразы, которые тоже можно иначе перевести на русский язык. И вот этот kick the bucket, то есть это тот список того, что тебе нужно успеть до того, как ты умрешь. Грубо говоря, как бы это грустно ни звучало. Вот. Но тем не менее, bucket lists есть сезонные, они есть какие-то праздничные, они просто про твои цели и идеи. И что тебе хочется успеть сделать за какой-то период времени. Каникулярный bucket list. Вот, обсудили. На следующем слайдике попытались с помощью вопросиков, может быть, да, составить свой, уже на этом этапе можно составить свой бакет-лист, можно даже на уроке это сделать в письменной форме, пусть ребята начнут. Потом можно дальше попробовать попросить их сделать на дом, то есть дописать, потому что в течение урока будет достаточно много идей. Они все здесь, как бы, да, ситуация, что девочка Пэм, у нее вот этот бакет-лист, она очень красиво хочет это все оформить. Единственное, что, ну, свою историю можете придумывать, можно сказать, она не умеет рисовать, она решила приклеить стикеры, или просто она решила приклеить стикеры, вот, но у нее возникла некоторая проблемка, давай поможем. И мы начинаем эти стикеры с вами приклеивать. Здесь без обратной связи, здесь просто вы следите за процессом, и все. Вот так вот переносите наклеечки. Спрашивайте, что-нибудь понравилось тебе из идей Пэм, заберешь себе в свой bucket list. Дальше переходим к практике Present Perfect. Здесь already, то есть мы проговариваем все предложения в Present Perfect Simple и делаем с вами предложеньки с already. Далее, то, что она еще, Пэм, девочка наша, не успела сделать с отрицанием в present perfect is yet. И, соответственно, также вы можете спросить у учеников, да, что уже он успел сделать этой осенью и что еще не успел. И надо, опять же, да, можно задать свой бакет-лист. Еще одна маленькая заметочка. Смотрите, вы можете вообще распределить, то есть можно обойтись без обсуждения, можно просто как разогревчиком, как если вы хотите, да, у вас там осталось или финишером, осталось некоторое время, сделали вот такой вот осенний атмосферный урок с наклеечками. Если захотелось, сделали, дополнили еще present perfect, вот. То есть можно, в принципе, брать часть презентации в зависимости от того, какой уровень у ученика, ну и какое у вас настроение.